В Агасте лидируют Анхель Кабрера из Аргентины и Брент Снедекер. Их результаты минус 7. На 4 удара отстает Тайгер Вудс. Из них 2 удара у легендарного гольфиста отнял простой телезритель, позвонивший в организационный комитет чемпионата и просигнализировавший, что Вудс нарушил правила, вбрасывая мяч в игру после попадания в воду. Тайгер неправильно определил место вбрасывания, за что и был оштрафован на 2 удара. Еще хорошо, что Вудса вообще не дисквалифицировали, ведь он уже подписал свою карточку с ошибочным счетом по окончании раунда. На данный момент гольф – единственный в мире вид спорта, где телезрители участвуют в турнире в качестве рефери.